Восьмая школа имени Матвеева – одна из старейших в округе. Ей почти 70 лет. Здание давно нуждалось в капитальном ремонте. И вот большое строительство началось. Рабочие убирают все деревянные пожароопасные конструкции. У нас происходит демонтаж всех оснований старого пола. Это у нас было и деревянное покрытие, и цементно-песчаная старая стяжка с подстилающими всеми слоями, соответственно, мы также доходим все до основания, потому что здание уже построено давно, а все уже материалы уже пришли, как говорится, в негодность, и мы сейчас выполняем все, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем сделать все слои, как это требуют сейчас все нормы. В здании площадью почти 4000 квадратных метров произойдут большие преобразования. Здесь обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные системы, проведут перепланировку и, конечно же, закупят новую мебель. Будет увеличена столовая, то есть дальше оборудована новым современным оборудованием замена. По кабинетам также будет закуплена новая мебель в рамках этого проекта. То есть полностью будут современные оснащены пространства. Полная идет взаимосвязь со строителями. Вполне данный подрядчик нас устраивает, потому что действительно видно трепетное отношение людей. Ученики смогут вернуться в стены своей родной школы к 1 сентября следующего года. К тому моменту она должна преобразиться до неузнаваемости. Но по просьбе руководства школы все рисунки, изображенные на стенах здания, которые несут историческую память, должны остаться нетронутыми. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.